Тыща, ты где? А вот ты. Что ты сидел? Как оружие? А, каждый раз оружие можно. И там можно второстепенное оружие брать. Там вроде какое-то имбовое оружие второстепенное, не помню про что. А, дюрет, это ракетница. Точно. А что такое? Смотри, какая распышка. Ля-ля-ля-ля-ля, прыгай. Да блин. Смотри, что я нашел. Опа, ауг. Нет, ноуп. А, граната же есть, точнее. А как гранатами пользоваться? Ну, Джей, наверное. Или я. Я. Как забраться из этого? Я тебя вижу, сволочь, вот и все. Блин, да дача дикая просто. А, у меня... Нет, как выбраться из-под земли? А ты где? Джетпаком пользуюсь. Я не вижу. Почему я тебя не вижу? Потому что я спрятался. А как джетпак пользоваться? Ха-ха-ха-ха. Серьезно? Ладно. А как джетпаком пользоваться? На правую кнопку мыши. Паша бы сказал. Хорош. А как ты спрятался, подожди? Ну спрятался, тут этот, если я не в зоне видимости, то ты меня не видишь. Ты должен прямо на меня смотреть. Да. Чё это было за прес? А как-то лечь можно было, Дакин? Не помнишь? О, у него он пулемет, он больной. Ого, здесь перекатываться можно. Эй, игрушка тёплая. А блин, как тебе попасть? Мне нравится рикошет, физика вообще. Я Дакин убил. С миллион сантиметров. Чё это такое? Ого. Дядя, ты надоел мне. Сколько мне сейчас, кстати? Я не знаю, кто ли там внутри. Как пользоваться этим? А, просто встань и стреляй. Ты предатели. Окей, я возьму свою самую имбовую оружие. Маскировка. Мне сейчас так идеально видно просто. Вы где? Чё-то тихо так. Кто-то умеет кемпирить даже в этом режиме. Мы убили друг друга? Что? Да. Убили друг друга. Что это такое? Так. А, в смысле? Ты офигел? Я на рандом тупо стрельнул. Это была идеальная невидимая позиция. Я стрельнул чисто, знаешь, на рандом, чтобы проверить, как оружие работает. Я тебя убиваю. Это было красиво. С пистолета, блин. Бля, плохая идея. Сейчас в итоге это Индии все забирают. Ого, Дакин. Ого, собственно, пол хп снял? Каким образом? Ой, блин, я забываю, что здесь на пробел. Хватит играть в дом. А как, подожди, а как оружие поменять? Почему оружие не... Кьюшка? Ну, в смысле, на тап. Там туда врубается. Ты было близко. Он больной, у него бензопила. Подожди, почему? Алло, я не могу два раза за смерть. Дакин, ты лагучий. Уйди. Он лагер. Он читер, и честно. Я мог подключить вообще-то хороший нет, но ради вас. Лагер, блин. Так в этой игре хреновые сети, сервера. Они типа... Серьёзно? Нет, я не о том, я имею в виду... Если ты лагер, то тебе в плюс это идёт, а не наоборот в минус. Почему стрелять не могу? Ты умрёшь, нет? Это снайперка. Тебе нужно сидеть здесь, не стрелять вроде. Я нашёл как лечь, кстати. Лук! В смысле лук? А что он здесь делает? Как лук взять? О, нашёл. О, ты как-то не умер! Народ, у меня есть лук. А почему я стрелять не мог? Лук он типа убивает? А, стоп, это режим Рэмбо? Ой. Короче, в этом режиме нужно из лука убивать. Оказывается. Нормально, да? Наверное. Во-во-во-во. Чё за пуля? Воу, найс. Дакин, ты где? Ну, ты, что я
Бобок-то? А, это ты, Бобок? Лол. Косой! Е. Да, вот, у меня сейчас третий человек из того, что я сколько поубивал. Типа, киллы засчитывают с такого Рэмбо. Дабл килл, найс! Как так? У меня сейчас 5 очков. Чё, чел присоединился. Короче, вы мне должны лук отобрать и с лука убивать людей. Тогда там очки будут засчитываться. В этом смысл режима. О, у чела этот скин. Привет, как лук подобрать? Меня убить. F нажать. Я забыл, я не заметил, что это режим Рэмбо. Изначально. Че, вы меня даже не пытаетесь убить? Ой, я тебя в хэд дал. Или стоп, или нет. Че это за режим? Как режим посмотреть? Кто-нибудь знает? Нет. А, да-да-да, это режим Рэмбо. Видите, у меня 11 поинтов. F1 нажмите, там до конца написано все это. Где этот чел, который присоединился? А, он ливнул. Ищите лук и убивайте с лука, короче. А, окей, понял. Не, лук имба, короче. Дакин, он рядом с пулеметом. В смысле, ты куда? Ты куда? Блин, снайперка косая. Ну. Ой, давай его убивать. Откуда он стреляет, давай, кстати? Я его не вижу. Вон он. Серьезно? Ладно. Мой лук. Я его не забрал. Можно забрал. Ходить? Алло, можно чего? Ходить? Я почему-то ходить не мог. Как не умер? О, еще чел. Не очень люблю этот режим, но он прикольный, в принципе. Почему Дакин не умирает? Да вам лучше объединиться и убивать лучника. Да почему Дакин не умирает? Значит, я в него влил миллион патронов, он почему-то не умирает. Скажи мне, почему? Я в него планил? Может, на хил? Не знаю. А из чего ты стрелял? Три раза. Из руки растет. Из чего? Ой, чел дает. Народ, у меня 14 очков, если что. Я типа ни на что не намекаю. Ой, что это за пуля? Что это за пуля? Почему я убить не могу? Стоп. Ой, кто-то бил. О, что? Что? Дакин, какого хеда? Ты офигел? А, если ты удел... Не, я понял, как снайпер работает. У кого лук? Калитесь. Дакин, ты сволочь снайперская. Я тебя вижу, если что. Сейчас тебе пулю, ты знаешь, куда запихну? Что? Что? Где ты? Где лук? Колитесь. Там не знаю. Блин. Дакин, хре, снайперить. О. Здорово. Блин, сволочь. Где лук? Вы понимаете, что нам нужен лук? Блин. Ну чё? О, я меня засадил там недавно. Лук! Лук! Дакин сейчас лук возьмет. Убейте его. F, Дакин. Ты будешь умирать, нет? Чел, ты будешь умирать? А-а-а! Когда лук какого-то в руках, все остальные бессмертны. Афиг. Да,
типа цели убить лучника. Вы типа все союзники. Нет! Ты было близко. А я еще хилюсь. Тебя. Тоже спаун, вы офигели? У меня чел убил лежа в воздухе. Жесть. А как лежать, кстати? Икс. Мое? Да, ты даже с двух выстрелов, я тебя с пяти. Ладно. Ты мне ни разу не попал вообще-то. Нет, тогда тебя попал. Ну ты захилился, видимо, не так. Блин, у меня правая кнопка сломана. Я не могу джипакиться. Е. Ой, кого ты гранатой убил, лол. Я просто так, типа, Дакину говорю, типа, е. Ой, еще кто-то. Привет, Дакин. Ах ты. Найс, позиция, кстати. Привет еще раз, Дакин. Вы где? Не, прикольный режим, кстати, мне нравится. Оу, нет, этот чел жесткий. Он очень жесткий. Бить этого чела? У него он лук забрал. Кто лук забрал? Чел. Чел? Что? Где он? Привет. А мы бессмертные, алло. Лук ищи. Где лук? Сзади, блин. Где сзади? Вот, на тобой чел, над тобой! А чё он? Я в него... Блин, нахреново играю, ладно. Он наверное, с пулемётом. Нахрена вы друг друга стреляете? Вы тупые. О, блин. Он сейчас нас вынесет всех. Алло. Он уже на втором месте, если что. Он меня скоро догонит. Бейте его, пожалуйста. Он сверху, сверху, сверху. Видишь его? Вот это я рокет. Лол, он просто не умирает. Где он? Ну, у него реген. Его надо прям очень быстро убивать. А, чё? А где... Что? Я ничего не понял. Он снова получил лук. А, у меня ножом? Что, он мне килл в меня нож убил? Где он? Сверху. Лол, а что это за взрывные стрелы? Это без понятия. Он взрывными стрелами кем-то стреляет. Забрали у меня. Где он? Где вы? Снизу. Снизу? Класс. Убейте его кто-нибудь, он снизу сейчас... А, это ты? Ты тварь. В смысле? Я убил этого Люкаса. Даблкил, я сам сдох. А, ты умер? Кто тебя убил? А, Дакин? Походу. Лук! Еее. Смайк, блин. Лук, ты серьезно? Он прямо на меня заставил. Вот этот чел, вот этот Майлстор. Как? Мастер Майн. Он дикий просто. Он явно играет в эту игру очень много. Откуда он? Откуда он застрел, да? Ай! Какого хрена? Я считаю, что почему это нечестно. Почему он так точно стреляет? А, так лужу, точно. А так лужу, что ли, автономится? Чё? Лук, что ли? Или чё? Ау. Не, он реально какой-то дикий. Нет. Он типа взял за другого конца. Я его убил, я его убил, я его убил, моё.
it's mine. Я косой, я косой, позор мне. Так, это серьезно. Ну, что, ладно. Кто там стреляется? Где лук? Снизу, ну. А, это пулбор? Окей, пулбор пускаю, у него очков все равно мало. У меня 26, я в принципе выигрываю. Я больше. У меня меньше, чем у него. У меня на 4 очка больше, изи. Или в той игре.